Котик Томас и его любимое местечко для отдыха – тазик. Перед Новым годом мы взяли хороший темп и рассказали про многих подопечных домашнего мини-приюта «9 жизней» и про их особенности, которые появились у них с возрастом. Сейчас активный и ушастенький котик Томас – любитель отдыхать в тазике. Это тот красный тазик для стирки белья. Вообще в этом году для котиков приюта стал чем-то особенным, главной игрушкой какой-то. А чуть больше года назад его судьба была совершенно непонятна, когда он был на улице вместе со своей сестричкой. Еще с прошлого лета прибыл к нам малюсеньким котенком, трогательным созданием, в которое просто было невозможно не влюбиться. Он, как и многие из подобранных и спасенных Владой малышей, растут на глазах и становятся уже родными. Отпускать в новую жизнь каждого, безусловно, тяжело, но их всех оставить на передержке просто невозможно. Однажды он стал 34-м членом семьи, и чуть больше, чем через год, эта цифра значительно возросла. Влада даже запуталась сама, сказав вначале, что он появился летом 2020 года, а в итоге это был август 2019 года. Как быстро все-таки летит время. Это чудо было одним из первых пополнях на новом месте. Тогда казалось, что вот оно, наконец-то, спокойное место, жилье в аренде от родственника. Он не против животных, все сейчас будет хорошо. А видите, как все сложилось неприятно для этого домашнего мини-приюта. Томас, удобно? В тазике удобно, Томас? Томас!